Всем, дорогие друзья и, конечно, подписчики, вы на канале Тайное НЛО, и всем известно, что я, дорогие друзья, показываю вам самое интересное и очень страшное. Но в последние дни стало еще ужасающе. Не так давно случилось одно интересное и очень страшное история, но это уже повторилось. В черном лесу, в глубоком, где люди в основном не ходят, местоположение говорить не буду, случилась еще одна страшная картина. Там грибник нашел в болоте, посередине болота, камень. В этом камне находилась необычная фигурка. Она напоминала какую-то летающую тарелку. Тогда этот мужчина взял фигурку и потащил домой, и тогда у него все началось. У него начала болеть голова, сильно начала болеть нога. Кровь из носа шла, даже иногда кашель стал появляться, и через несколько дней он умирает. Но это еще не все. Этот необычный, который артефакт они нашли, оказался не из космоса, а именно из Земли. Что за артефакт и почему все, кто к нему имел какое-то дело, умирал? Все очень просто. Под землей находится самый древний город, который, дорогие друзья, никто его название не знает, но на самом деле так и есть. И эта фигурка как раз с того места. Почему она проклятая? На ней сделали эксперимент. На ней огромная, прям очень сильная, вот это облучение идет, радиация. Но это еще не все. Сделайте так, досмотрите до конца этот видеоролик, поставьте лайк, поставьте подписку, ну и не забудьте поставить колокольчик. Ну а мы, дорогие друзья, начинаем наша интересная, но очень страшная история. Первый видеоролик, который был заснят, а он неспроста был заснят, дорогие друзья, посмотрите сами, космический и необычный НЛО был заснят чилийцами. Что и было связано того, что этот НЛО корабль неспроста там появился. Очень все странно, что сами корабли, они могут регулировать погоды, делать холодно, делать тепло. Все странно становится тогда, когда люди начинают страдать какой-то интересной болезнью, которой нет на Земле. А вот этот видеоролик, который вы сейчас увидите, совсем другой. Что вы думаете по поводу настоящих кораблей? Этот необычный видеоролик был сделан еще в 98 году. Но удивительно то, что сама тарелка, дорогие друзья, была заснята на камеру того очевидца, который давно уже охотится за НЛО. Он видел в небе яркую вспышку. Эта вспышка начала все ниже и ниже спускаться. Потом на следующее утро он увидел в том месте, находился НЛО. Странно все, да? Из-за вспышки находился НЛО. Но это еще не все. Вот еще кадры, которые были сделаны еще в России. Но этот кадр 2019 год. Космический корабль был замечен на границе с Грузией и Арменией. Но почему вы скажете «российский» на стороне России? А все очень просто. В тот день, дорогие друзья, это необычное НЛО, можно сказать, пересекла базу Российской Федерации, которая была на границе. Удивительно то, что никакого ущерба не было. Очень странно, да? Но неудивительно, если вы досмотрите этот ролик до конца.